Всем привет! Не все верят астрологам, но интересно же все же узнать, какой из знаков зодиака, по их мнению, считается самым лучшим. По верности в дружбе на первом месте стоит Дева. Представители этого созвездия прилагают все возможные усилия для поиска одного единственного человека, которому можно доверять на все 100. На них можно положиться почти всегда, но будьте готовы, что вас станут проверять и испытывать очень тщательно, прежде чем сочтут достойным близкого общения. Красивее всех считаются стрельцы. Благодаря присущей им гармоничности достигается неизменная привлекательность. А еще люди, которые попадают под этот знак, стараются максимально ухаживать за своим внешним видом, поддерживать все исходные данные, которые так достаточно неплохи. Самыми добрыми астрологи считают тельцов. Они терпеть не могут конфликтов и всегда до последнего стараются идти на уступки, чтобы урегулировать противоречия мирно. Такие люди обладают гуманизмом, готовы прийти на помощь в любую минуту, а также очень любят всех людей. Везет больше всех близнецам. Это прирожденные оптимисты, которым удается почти всегда успевать в нужное место и в нужный час. Как тут не радоваться, если успех – это самое обычное дело? Сильной стороной водолеев признано умение генерировать новые идеи и творческие проекты. Однако довести их до логического конца часто не получается, так как силы времени у них не хватает, а новые идеи появляются непрерывно.